Снова кошмар. Да. Ты правда доволен своей жизнью? А почему и нет, твою мать? Что ты знаешь о компании «Вспомнить все»? Не суйся к ним, со своим разумом шутить не стоит. Добро пожаловать, вы в первый раз? Ваши фантазии мы превратим в память. Вы можете быть кем угодно. Знаменитым спортсменом. Секретным агентом. Счастливого пути. А что-то не так? Вытащите иглу, пока не поздно. Зачем ты пришел? Зачем? Федеральная полиция. Эй, эй, стой, стой. Это какая-то ошибка. Руки за голову, быстро. О боже, этим летом. А ты хочешь убить меня? Тебе начисто стерли память. А вместо этого вживили сознание несуществующую жизнь. И кстати, ты вряд ли догадываешься, что будет, если я захочу тебя убить. Садись, я тебя везде искала. Что такое реальность? Что такое память? Вспомнить все. Если я не я, то кто же я? Вы не очень доверяете своей памяти, да? В августе 2012-го.